друзьями, скажите привет. Я хочу повторить с Варданом один розыгрыш, который я увидел в Твиттере, где люди убеждают своих малых, что они стали невидимыми. Через 30 минут Вардан пришел домой. Ну что, будешь тем, кто станет невидимым? О, да. Все что угодно, лишь бы не быть в этой семейке. Давай, начинай. Так, одну секундочку. Дэвид, что ты наделал такое? Верни его! Дэвид! Дэвид, вы серьезно? Вардан, если ты здесь, сделай со мной фото! Я его чувствую. Дэвид, ты меня слышишь? Я его за руку держу. Господи, святая корова. Вардан, давай, сделаем фотку. Сделай фотку со мной. Давай, сними. Сними, он рядом сидит. Улыбочка. А ну-ка, покажи. Охренеть. О, господи. Хватит, уже заканчивайте. О, господи, бумага двигается сама. Он что-то пишет. Вардан, если ты меня слышишь, возьми бутылку. Вардан, вернись на стул, вернись! Он здесь! Давай, верни его обратно! Тихо! Слава богу, привет! Было круто, тебе понравилось? Нет, ужасно! Особенно, когда я вся в бутылку, когда меня не видели, и вы все начали орать, Боже! А как долго я мог быть невидимым? Я не знаю! Вардан, если честно, мы тебя видели все это время. Прости нас, пожалуйста, мне так жаль. Подожди, а фотка? Мы заранее ее сделали. На самом деле круто. Блин, мне реально очень стыдно теперь, он еще и заплакал, бедный. Ты реально подумал, что ты невидимый? Да. Я подумал, я теперь могу пойти в школу и быть невидимым. Да тебя вроде и так никто не замечает, так что все нормально. Боже, мне было так жалко малого, но это было так смешно, что я чуть не рыдала просто. Все, всем пока.